Арарауруру, айрарайрарурору. А добрейшего времени суточек, дорогие подписчики и зрители нашего канала. Славичек, привет! Здоровеньки! Что там, что этот глэй хочет? Ярик Веселов. О, смотри, леди Димитреска пришла. Да. Ну и холод у вас в городе. Мультимеска, леди. Я ехал к вам целых 3 часа. Наши местные не смогли починить мне телефон. Может, вы сможете починить? Только не накручивайте ценник. Очень много денег ушло на дорогу. Зато мобила у тебя, сука, кошерная, S-класса. Давай, там вот и тут. Вина жрет, чтобы ее купить надо. Давай, сука. Кредиты. О, ляса ты какая. Мэгги Треско. Ля ты какая. Ля какая. Джонни Валеско. Понятно, все как обычно. У них всякое говно в телефоне. Привет, малыш. Телефон починить сможешь? У меня сегодня много дел с моими девочками. Как вот этими. Сделай быстренько. Наверное. Как многодетные мамочки. Жду скидочки. Ты видел ее детей? Они же больные все на голову. А я не видел. Ну, там ведьмы, по-моему, 3 штуки. Еще Глэк там какой-то. Или он их не батя, я не знаю, кто он там. Я же не доиграл. Ты же не помнишь. 30 минут до выхода, где тебя носят. Где тебя носят, Славик? Где тебя поносят? Кто? А? О, кто пришел. Поносит? Есть хорошая новость. Конечно, брат. Все для тебя. Рассветы и туманы для тебя. Я пришла за теле... А мы... А, и починили, да? Что, кидаем? Ну, вряд ли она с мусорами как-то связана. Да ей похрен. Так, что там? Мусорская. Ну, прикинь, леди Димитреска мусорская баба. Так, я же включил ее, да, судя по лучам, по правому борту. Короче, я так понял, для мечты мне необходимо, понял? О, с баяном. Антон Калашников. А, клавишник. Ё-моё, я думал, это женщина. Привет, уважаемый. Представляешь, такая нелепость произошла. Я мочил на своем аккордеоне гимн своей деревни, как вдруг телефон упал в недра аккордеона и его там повредил. Почини недорого, я тебе спою. Опа, брат. Не, ну заради пения можно и недорого. Давай, бумер мне, пожалуйста, на аккордеоне. Делаю вдох, так и пахнет аккордеон. Хорошо, не будем читать. Не, все как обычно. Александр, передай маме, что ее ждут в нашей кофейне прямо сейчас. Напоминаем о важном платеже. Проверьте свой банковский счет. Что тут, блин, банк всех щемит, ты заметил? Да, прям как в жизни. Да. Интересно, здесь еще что-то будет? Ну, наверное, тут почетное НЛО. Ложная. Да. Что ты, голова? А песня? Капец, он кидала. Можно было бы тогда дороже. Даже бомж этот не такой кидала, как он, да? Ну, это не точно. Да. Не, ну я думаю, что-то будет с ним тоже какой-то рофл жесткий. В связи с осадками, возможно, задержка доставки. О, Хитман пришел. Мистер Джонсон пришел. Доброго вечера. Проверьте мой аппарат. Мне пришел контракт, но я никак не могу его прочитать. Возможно, проблема с подключением к сети. Проблему решить нужно до завтра. А, да. Так точно, агент 47. Мы все сделаем, не переживайте. Свидимся еще. Как ты думаешь, стоит читать доступ? Да. Сосать с мягким знаком не надо там случайно? Походу надо. Это Иван Солод. Иван Солод. Что за сладкий братан? Иван Золо, блин. Чтобы ты не задавал лишних вопросов, расскажу сам. Мы тут за углом сериал снимаем, и наш костюмер идиот. Вместо сюжетного кимоно положил мне в гримерку вот это платье. Забрал мою одежду и пропал. И пропал, не могу его теперь найти. Я так разозлился, что сильно сжал в руке свой телефон и теперь не могу ему позвонить. Мне очень нужен срочный ремонт, выручай меня, а то это какой-то позор. О, сейчас бабки там срубим. Ну ты же актер, по-любому с бабками. Иван Золо, блин. Что, возьмем с него кучу бабла? Поторопись, пожалуйста, пока никто не заинтересовался мной. Боишься, что тебя духовку распечатает или что? Виктор, твоя сестра
прячет свой телефон от нас. Думаю, он в твоей тарелке с зеленым кактусом. Ваш заказ готов. Ателье «Быстрая строчка». Здравствуйте. Была на дегустации вин и уронила свой телефон в графин с игристым. Я думала, что он подсохнет и заработает потом. Но уже неделю не включается. Же тупо неделю телефоном не пользуюсь. Вот, держите. Да, она под балдой все это время была и было похрен, понял? Блин, ну мне что-то кажется, у нее нет много бабла. Или попробовать скинуть с нее баблишко. Не знаю. Да, правильно сделал. Слышишь, а этот хитман сказал, что до завтра надо сделать. Ну, у меня есть деньги, а у тебя мой рабочий телефон. Все верно? Аревуар. Агент 007, блин. О, смотри, хлебушка. Тупо, походу, знаешь, что такое мокрый, да, и что такое косой. Доброе, что там сейчас? Утро? Я на секунду задремал и уронил свой телефон. Это было лучшее время за последнюю неделю. Я уже давно не могу уснуть. Проверь, все ли с ним в порядке. Давай сюда, это дерьмо. О, нифига себе, у нас тут прям... Блин, ну вряд ли у него куча бабла, давай так. Где тут снотворное купить можно? Не перепутай с ослабительным. А то можно во сне обосраться. Никому не рассказывай про наш кружок. Постарайся поспать. Блин, а я, кстати, забыл про тебя, Славик, слышишь? А, да, кстати. Сюзанны. Сюзанны. Блин, она, наверное, уже была. Да все работает, брат. Иди давай. Удачного боя, брат. Тебя пробьем лучше на всякий случай. Смотри, дупо бабло. Текет рукой. Так, шо, я думаю, наверное, купить надо запчасти. Так, это есть. Так, эти два заказали. Вот эти три. Опа, мусора. Скупаемся. Ты заказываешь, пока деньги есть? Да, это ж мусора, ты шо гонишь? Так. А что они постоянно приходят, брат с сестрой? Доброй ночи. Вышли на улицу погладить кота. А его переехала тачкой. Не видели, кто это был? Подожди, они же были уже. Наверное, мент. Какие тут злые люди. Что за ужас здесь творится, Сай? Не знаю. Город грехов какой-то, отвечаю. Так, а что тут надо? А, подожди. Интересно, а что покупка инструментов? Наверное, быстрее сможет делать, типа, понял? Блин. Все равно бабок нету. Так, а с медведем я так и не могу понять, мы раздуплились или не раздуплились? О, сын, мы в наваре даже. О, погнали. Купи инопланетное оружие, купить марсианский метеорит. Отказаться от сомнительных сувениров. Слай, что у тебя там происходит? Слай. Алло, что ты там, блин, видосы всякие смотришь? Всю ночь вы разглядывали небо в поисках НЛО, но все безуспешно. Под утро Квазиус предложил приобрести один из своих уникальных артефактов. Марсианский метеорит, инопланетное оружие. Я беру волыну. Это и оружие... вот теперь будет у тебя там волына. Это оружие напоминает игрушечный водяной пистолет. Но несмотря на множество попыток, вам так и не удалось выяснить, как его зарядить. Опа. Люди в черном, типа, понял? Да-да-да. Сука! И тупо без бабок оставили. Агент С, агент Л. Никаких инопланетян не существует. Вы взрослый человек. Мы забрали ваш игрушечный пистолет. Занимайтесь своими делами и не обманывайте покупателей. Ах ты сука! О, ля, мать, типает, понял? А ну подожди, посмотри сообщение. Сообщение посмотри.
Привет, та это фигня. О, босс-медведь, привет. Тебе сегодня придет бородач. Это архитектор, который забыл мне передать планы дома. Отправишь мне эти фото и спишу тебе часть долга. Я хочу, чтобы все прошло конфиденциально. Моя дочь Мэри крутит шашни за моей спиной. Ой. Мне нужно узнать, кто ее хахаль. Я выкрал ее мобильник, но оказалось, что экран сломан. Почините его быстро. За срочность будет предоплата. О, давай, 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 давай. Надеюсь, у меня есть деталь. Сука! Блин, что делать? Не знаю. Ну, он, по идее, должен вот-вот прийти, наверное. О! Вот предоплата чини, давай. О! Дядя, ты мог раньше зайти? Не мог, он по времени ждал. А кому это отправить? Не знаю. Ну, я так понимаю, это ей надо. Грегори Дур. Я работаю в журнале «Пурпурный вестник». Мне нужна взрывная статья. Если ты мне поможешь, я поделюсь гонораром. Отправлю тебе свои контакты на почту. А, может, ему надо отправить, слышишь? Да, походу, да-да-да. Ну, блин, вы хотите... Чувствую, зря мы это сделали, ну ладно, привет. Я тут, короче, я нашла телефон, прикинь. О, давай сюда. О, опять она телефон нашла. Да, она каждый раз... постоянно находит их. Везет ей, она везучая, видишь? Да, 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 да. В маршрутках, да, везучая такая. Фарид Салей. Салей. Здорово. Тут я танец новый придумал, назвал Пого. Или Ногу. Ну, Пого, скорее всего. Решил опробовать в одном баре с толпой. Ну и чё? Телефон выпал, и я по нему попрыгал пару раз. Теперь он и не включается. Сможешь починить? Давай сюда, сука. Блин, ну это ж бездарь, по-любому бабок у него нифига нету. Реально, все на соля потратил. Давай. Да, осуждаю. Соля осуждаю, да? О, ля. Конечно. Нормальный пацан. Сергей, привет, сладкоежка. Угадай, кто по тебе соскучился. Фу, явный Сергей. Подготовь отчет. Детка моя, я по тебе скучаю. А, Сергей Жуков, наверное, да, был, скорее всего. Ну да. Опа. Наф-наф еще с тобой, Коля Носов. Привет. Немного блеплепезе. Шо? Еще тифон сложил. Шо? А, сломался телефон. Да подумай, это Скуби-Ду. Скуби-Ду-Би-Ду. Это по синей, по сиселефле я голову под... Шо, сука? Да чтоб ты сдох от своей болячки, скотина. Я ничего не понял. Бу-бу-бу. Девочка, я не хотел. Давно ее нет. Что, что? Своей болячки, говорит. Мы с Федей как-то договорились, с тобой гнидой не договорились. Давай сюда. Вон. Тут замечательный сервис. Спасибо, брат. Удачного от боя. От души чуть. Ой. О, лимузин поехал. Блин. Так это. А-а-а. Нате вам чек даже, да? Молодчинка. Спасибо, молодчинка. Нарулил тупо бабла на одной семейке. Да. Ну шаришь, неплохо. Да? Неплохо, неплохо. Оформить кредит. Нафиг надо. Моя девушка. Слайд. Твоя девушка, походу. Так, значит, сразу. Нижняя, да, там плата была? Сука. А я шо, помню, думаешь? Опа, смотри, ты какой Аристарх пришел. Я пердоле. Это мы его одели, между прочим. Мы тебя, ну, сука, да, создали. Скотина, ты неблагодарный. Он должен как земля колхозу. Друже, что такое, друже? Гарри бездомный. Дай денег. Да, я шучу, конечно же. Я пришел за гашишичем и вернуть долг. Держи, ты заслужил. Возвращаясь с процентами, бери, не стесняйся. Сколько? Три куска. Смотри, вот это от души именно. Видишь? Слишком налог, за что мы должны были заплатить, интересно. Ну, типа, Лера Войнова, принцесса Лея, сука. Здравствуйте. Мастер, вы моя последняя надежда. Посмотрите, как
Поврежден мой телефон. Забавно, отсюда повреждение выглядит не так уж плохо. Не, ну бомж красава, честно. Ну я знал, я знал. Ну, это, сука, самые искренние и хорошие люди. Не может они меня обмануть, ну ты понимаешь? А теперь он еще и гашиш, ну правда гашиш еще он забрал. Ты в Одессе тоже все бомжам даешь деньги? Ну, если просят, да. Ну такие, понял? Вот это, сука, чмо какое-то подошло. Что, покупаем, пока у нас бабки есть? Да. Давай инструмент. Ерли, нам бомж дал. В принципе. Надо что-то достойное. Да, ну, держи. Бомж. Что, сейчас посмотрим как раз, что у нас поменяется. Здравствуйте. Это не первый случай на этой неделе, когда у меня ломается телефон. Надеюсь, ремонт не будет стоить мне целое состояние. Не волнует нас твои проблемы. Да, не говори. Вы приходите сюда, что? И что поменялось? Ты вообще не могу понять. Зачем мы это все покупаем? Ну, пофиг. По сюжету надо, значит, купим. Ой. Ты же знаешь, я люблю бабки. Опа. Это босс-медведь. Молодец, списываю часть долга в размере... В смысле часть? Ты мне... Я уже тебе ничего не должен. Приветствую вас, юноша. Я проездом в вашем великолепном городе, и мне нужна ваша помощь. Мой драгоценный телефон, он разбит. Можете ли вы восстановить его? Мне так понравилось им пользоваться, и я уже не в силах потерять связь с этим миром. О времени не беспокойтесь, могу и подождать, если результат будет достойный. У нас даже инструменты, Вася, есть. Мы до этого делали без инструментов. Да. Слышишь, а что за награда? Дисплей. Ух ты, ё-мать, что с тобой случилось? Тебя чё, белки насиловали? Знаешь, что такое? Я летела, как она это? Я летела с самосвала, тормозила ее лицо. Да, тормозила головой, блин. Дана Грызунова. Я шла с работы домой, решила срезать через парк. Засмотрелась на белку на дереве. Хана нам, походу. Это сейчас Тайсон нас разрулит, походу. Это телохранитель чей-то. Да у той бабы, которой мы фотки слили. И еще да? Мой телефон разбился, можете починить? Чувствую, болты нам сейчас будет, я тебе говорю. Блин, ну вряд ли с нее бабок можно поиметь, так что давай вот это. Он сейчас скажет, что мы ему должны бабок. Кто-то слил данные с телефона, не ты ли это был? Ну-ка, показывай свою почту. Смотри, брат. Странно, все в порядке. Как перед ним удалил. Так, давай все удалим на всякий случай. Ты прикинь, это сейчас было бы именно лох-пати жесткая. Да. Что у него за борода? Снэпбэк, татуиба. Мондам. То есть ты так, да, к бабам подкатываешь. Мандам говоришь, да? Жан-Клод Мандам. Телефон ремонтируете. Я пару дней назад помыла свой телефон, как обычно. И он перестал заряжаться, а потом и вовсе выключился. Раньше такого никогда не было. Я всегда его мыла шампунем. Он же водонепроницаемый. Разберитесь, пожалуйста, что с ним. Это капец. Даже есть в натуре такие, наверное, кобылы, которые вот такой темой страдают. Да. Что там, дисплей, да, и надо, наверное? Моют, например, эти. А, основная плата загорела у него, блин. Дрели моют под водой, потому что они в пыли были. О, де Мария. О, смотри, она привела себя в порядок. Не узнал меня? Я проходила после... я приходила после падения. Может, на номер оставишь? Тебе, блин, я не могу понять. Тебе что, мало? Одной тебе еще, другая надо? А где? Я ее уже 100 лет не видел. Сейлор Мун, блин. Сейлор Мун. Егорка, иди в задницу. Ты мне не нравишься. Не буду спешить к тебе, говорит. Да все, достаточно. Слышь, они вообще уже обурели. Йога-шоп. Так, ничего слить нельзя, так что мы отказываемся. Так, все, осталось 3 куска отдать. И все. Для мечты необходимо. Я вернулась. Удалось ли вам восстановить мой аппарат? О, она должна номер дать. Да не, она, походу, уже бывалая.
Музыка тоже тратит электроэнергию. О, блин, ты прям под закрытие. Она стояла, ждала, пока у тебя пикнет. Давай, иди, все равно мусора под конец рабочего дня не придут. Сейчас вылетает такой. Я не могу... Аренда помещения, 3 куска. Что это даст? Ты можешь мне объяснить? Ну, он же приходит каждую неделю, у тебя... Типа мы заранее можем оплатить? Да, 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 типа ты заранее оплатишь. Нет. Ты меня обманул, сука. Ржи, я купил деталь. Или не купил деталь. Не, купил. Так а в чем прикол? Я не могу понять вот этих нижних приколов. Я думаю, что она оплатилась. Думаешь? Думаю, что да. Надеюсь. Блин. Может, она отложилась? Сука, что-то мне сомневаюсь. А что у тебя? А ну еще раз открой календарь. И она не понял, даже не написалась нигде. Не, вот она, типа, синяя точка, понял? Она вот тут была тоже вот так выглядела. Вот здание и синяя точка. Да, все, теперь вижу. Опа, Зофия Новакова. Ну, Зофия, блин. Она вака-вака-ва. Что там, подожди. Пропал местный писатель, автор загадочных детективов. А, мы его, кстати, по-моему, и слили. Да, так и хотел сказать. Так, что там? Так, Греточка, с вас 220. Грета Тумблер, что ли? Тумблер, да, именно. Именно Тумблер. А что у нее там? А что это такое? Не хочу даже знать. 5 горячих шуточек всего за 900 клевер-коинов. В заведении у Артура. Что за клевер-коин? Ну, это как доги-коин там. Опа. А, да? Витёк Бриз. Это ж этот... Блин, фильм с детства, там этот снимался, здоровый штрих, он с банданой на голове. Ну, этот... Тухнешь здесь, братишка? Я вот снова на море собираюсь. На серфе погоняю. Там снег идет, Василий, блин. И он там тоже ж вроде на серфе гонял. Блин, как он называется? Как вернуть? Не знаю. Пусть телефон поживет здесь. Что значит поживет? Еще, блин, он рестлингом занимается, этот штрих. По крайней мере, занимался. Халк Хоган? Да. Я думал, ты удивишься по моим познаниям. И... Был какой-то у него фильм, где он катался на серфне. Вот так вот с бандамой всей этой херней был. С бандамой. Так, что-то бабка оставила? По стоимости дешевле, чем в других сервисах. Ну так, блин, мы за это и боремся. За дом культуры и быта. Или как там говорят? Сай. Не знаю. Что там, полистаем пока, что у нас там. Бабок все равно нету. Теперь нам, получается, надо за... Как его? За 4 дня 3 куска заработать? Да не, я думаю, что не. Что это за бред? Я сам не знаю, что мне делать с этой бедой. Максим Подельников. Хей, ты, почини телефон резко, понял? У меня дело горит одно. Резкое? Этот телефонный номер внесен в список розыска, понял? Где? Ну, это этот робот сказал. А, нифига себе. Давай не тяни только. Чтобы будем шмонать его телефон? Сдадим его кого-то, сука. О. Добавлена новая визитка, можете использовать ее в конце дня. А что это было? Ты обратил внимание? Не. Ну, это что-то типа можно типа найти, видать. Что, пойдем потом, полазим? Ну да, интересно. Посталкерим. Тони Аушен. Посталкерим, говоришь? Что за слова, Слай? Ты шо? Ты старый. Уже все. Милли Кроуфорд. Типа Синди Кроуфорд, наверное. Привет. Какой-то сумасшедший курьер чуть не сбил меня на своем мотороллере. Вот она вся прелесть жизни в столице. Только моргнешь, тебя уже сбили с ног. Мой телефончик теперь в трещинках и сколах. Сначала даже не знала, куда идти, но тут увидела вашу мастерскую. Вы ведь поможете мне? У меня вечером поезд домой. Домой. Ну чеши в свой дом, сука. О, ничего себе, она готова ждать, прикинь, Слай. Если хочешь надраться, надрися просто так. Надрися.
Пусть тебе приснятся, та девочка. Слышь, я еще налоги за тебя не платил, гандона такого. Обосрал чувака вообще не за что. Но Ну ничего страшного, что он, сука. Действительно, да, свой? обидно мне за пацана. Вот именно. Да, сюда, это дерьмо. Так, у него ничего нет. Блин, а сколько же мы этому медведю должны бабла? Да 5 штук вроде бы. О, Че, пять с Наруто. половиной. Джимми Мачала. Как дела, братан? Я себе гитару новую заказал. Пришло сообщение, Офигеть. что заказ доставлен. Но я обрадовался. Прибежал в доставку, достаю телефон. И представь себе, он не включается. Обесказав телефон, у него гав-гав. Гов-гов. Гов-гов. Или там А. Там Да не, А. вроде О. Там А. Гов. Смотри, Там. какая у него картошка фри на голове. Нормально. Тупо ванидла. Что ты, голова? Эмма Луксикова. Помогите, пожалуйста, мой телефон разбился. Ой, простите, здравствуйте. Я только что с поезда. Мне срочно нужно снять квартиру. Я так торопилась и выронила мой телефон, все контакты в нем. Вы ведь почините его? Ля, смотри, зашла. Утка такая именно, чисто. Ульяна Грей написано. Да уж. По-любому. Хорошо хоть не Саша. Да лучше б Саша была. Что ты? Эм, приветики, Лиза. а вы же тут телефоны чините? Не, мы просто показываем. Я не могу рассказать, что с ним произошло, но теперь мой телефон не работает. Дело в том, что я пишу один пикантный роман. А в телефоне очень важные заметки и наблюдения для книги. Мне нужно починить его как можно скорее, иначе редактор меня убьет. Давай сюда. Пожалуйста, поторопитесь. Давай, сука. Что там надо? Нижняя плата. Нижняя плата Эма, да, была, по-моему? Нижняя плата. Да, все правильно. О, Нарутыч пришел. Что ты, голова? Давайте, А знаешь, у срочно. него в наушниках играет? Что? Йоу, Хабатаки! собаки, я Наруто Узумаки. Да, и кстати, я будущий Хокаги. У меня все круто, я же будущий Наруто. Я же все-таки Наруто, какой нафиг будущий? Будущий Наруто. Я даже не подумал, что я смерзнул. Не, меня зовут Анг, я теперь аватар, меня крыса накурила, я суперстар. Да. Сука, я как вспомню эти приколы. Ой, сука, сука, да. По стоимости дешевле, чем в других сервисах. Так почему оценка больше 4 не становится? Ну, хотя бы 4. Я уже забыл, когда от нас последний раз клиенты уходили недовольные. Слай. Да. Славик. Чувачок. Да я слышу тебя. Чувачела, Славик. Блин, ну он сейчас мусор влетит. Мы когда-то доиграемся, отвечаю. Что там больше никого нет? А где Витек? Так, все, пошел он в задницу, слышу. У меня тут время не казенное. О, сейчас билетик идем, да? Ну, кстати, на дыр. Возможные траты 300 у тракториста. В темном переулке в мусорке вы находите искомый сверток. Вы замечаете, что вдали показалось несколько фигур. Возможно, они здесь по той же причине, что и вы. Блин, а что делать? Да я не знаю. Ты меня спрашиваешь? Бежим, наверное, да? Ну, блин. Сохранись. Да, если бы. Я не знаю, что делать. Как обычно, можно сдохнуть. Спрятаться. Ну, Ну, короче, выбирай что-нибудь. ты молодец, я постоянно выбираю. Давай, эйники, бейники, ели вареники, там туда-сюда. Что-то кто-то саму-то, сука, вставил. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, спрятаться в мусорке показываю. Давай. Сердце бешено бьется. Вы видите сквозь щель, что фигуры все ближе, к вам. Может, не стоило сюда приходить? А что было написано?
А я не знаю, зачем ты нажал продолжить. Я случайно. Начал только читать, ты взял, пропустил. Босс меня. Хей, мэн, время делать дела. Есть тут плешивый штрих, нужно фото вытянуть из его телефона. За ним спешу часть долга. Мы, по-моему, уже другим должны, так что, братан, ты там в очередь становись. Сука. Я конечно... Все-таки, все-таки о, вот, надо было бежать. Вот и плешивый Влад Кошель. Чуваче, у меня телефон постоянно зависает. Глянь на него. Давай только кота за хвост тянуть не будем. Сделаешь быстро, заплачу хорошо. Пластически от выпадения волос страдает в среднем 60-70% мужчин. Ужасно. По рукам. О, слушай, я уже думал, что он по петлюре даст. Основная плата эска. Так, а нам надо слить, да, его? Блин, я не купить нифига не могу. И приходит, сука, одно и то же, понял? Меняет, но он... О. Давай. Держи, говно. Опа-па, чиназас. Классные фоточки. То, что нужно. Списываем с тебя, косарь. Марабунта. Марабунта, блин. Ну ты, конечно, марабунта. Добрый день, у меня сломался телефон. Сможете починить? Я только вряд ли смогу сегодня забрать. У меня вечером стрим. Ну, у нас сейчас, кстати, тоже. Завтра или послезавтра вернуть? Вернусь. Блин, ну с нее бабок тоже, наверное, нет смысла. Хотя она что, она же блогер в натуре, богатая, наверное. Пес с тобой. Можем, кстати, эту деталь на завтра заказать, если что, починим, да? Ну да. М-камера. Ну пусть будет. А, продать? Так я купить хочу. А, понял, походу нельзя больше двух или что? Да как это? Да я не знаю, ну вон я нажимаю, ничего не понял. Не, понял. А, ну если так. А. Ну да, так можно. Что за обманка такая? Я хотел отдать его в ремонт по гарантии, но мне отказали. Мошенники. А ведь я его только недавно купила. Теперь придется ремонтировать за деньги. В этом телефоне вся моя жизнь. Как ее зовут? Ярослава Сосискова, блин. Ну ты, конечно, Славик Ярослава Сосискова, я тебе говорю. Ярослава Сосискова, нижняя плата, МК. Шо ты, брат? Да ты держи, братан, что ты начинаешь. Болты тебе. Ну, по нём видно, что он извращенец. Мария Морозова. Прошу прощения, я работаю на кассе, и это недорогой телефон. Единственное развлечение в течение дня. И я его уронила. Экран вдребезги. Починить, пожалуйста, но учтите, платить много не стану. Ради бога. Задрали, сука. Дисплей. В натуре. Дисплей А. Оля, смотри какой. Иван Покрышкин. Ох, здравствуйте. Дела на бирже идут не очень хорошо. Пришлось продать мой новенький телефон. И теперь придется отремонтировать свой старый. Гляньте-ка, что можно с ним сделать. Давай свою Nokia 3310 сейчас починим. 3310. А если так? У меня нет таких денег. Ну и девочка. Отзыв только... Не ходите сюда, ходите туда. Я понял. Как бы я обосрал и не обосрал. Давай, Степка, пока. А что там у марабунты? Ё-моё, у него магические жабы это. Доставочка.ру. Зиму можно любить, только если она... Хотя бы минус 20 по Цельсию. Со снегопадами и сугробами по колено. Эх, вот это зима, я понимаю. Ну, вон да, же. Шикарно просто. Да-да-да, особенно когда ты за рулем едешь или когда у тебя да, частный двор. Да, вообще шикарно. Думаешь, ох, сейчас бы выйти лопатой, да, поработать, Славик. Да, кто... если там будет гора снега, то я и не выехал бы. Такой, кто ответственный за лопатку, понял, вот это начинается. Вячеслав, слушай, давай не будем говорить об этом никому. Славик, что ты уже натворил, сука?
Почему мне за тебя опять должно быть стыдно? Ты можешь мне объяснить? И с кем разговариваю? О! Витёк! А я уже забыл, что ты вообще был. Ну, кстати, я тоже забыл про него. Был, считаю, еще непонятно когда. Слово «андроид» происходит от греческого «андро» — «мужчина». И «эйдис» — «побочный». «Побочный» там было написано? О, это LJ-ский, слышишь? Петя Бритых. А, нет, или этот бустер. Не LJ-ск, бустер, бустер. Говнюстер. Мне бы телефончик починить. Тут надо экран заменить. Я знаю, что это стоит не дороже 40 клеверов. Но у вас же качественные запчасти. Почините? Ты ж, сука, стример с такой аудиторией. Ты шо, сука? Ну, давай так. Лучше почините, иначе я такой плохой обзор запилю. Ну, как обычно, который у тебя выходит, да? Обзорчик. Обзорчик. С Диларой. Диларой. Деловой просто. Опа, смотри, Валера. Пирожков. Это, а, я думаю, это женщина какая-то. Я тоже так. Мне бабушка прислала рецепт тортика. Тур пирожков. Наставит. Согреет тебя своим пирожком. И заметил только, когда пирог испекся. А, он пироги, пирог, да. По нему понял. Видно, что он пироги печет, блин. Ой. Вы тут недалеко, поторопитесь, пожалуйста. Пирожков. Говношков. Так, дисплей, Ашка. Ашка, Ашка. Ашка, Ашка. Да забирай, сука, вали отсюда. Вали отсюда. О, смотри, оценочка хоть даже чуть-чуть поднялась. Было 3,3. Да, на полшишечки. Ну какая разница, кто какой национальности. Так, я за телефона. Да я понял, что ты, сука, не за игровым креслом сюда пришел, козлина. Фу, блин, я думал, мусор залетел. Вот этих мусоров боишься, как не знаю что. Как в реальной жизни так же само. Так, понятно, чушь. Твоя кошка была оштрафована за превышение скорости при погоне за маленькой мышью. Подготовьте отчет на завтра, понятно. Веселые ребята, мне кажется. Опа, о, ничего себе. Виолетта Лебедева. Та, ты шо, здоровчик. Меня не сильно пахнет перегаром. Я из полицейского участка. Весь день просидела из-за какого-то комментария. Копы хотели мой телефон посмотреть. Ха, хрен им, я его разбила. Короче, дела такие. Мне очень нужно быть на связи. Клиенты, сам понимаешь. Почини по-быстрому. Насчет бабок не переживай, я не жмотка. А, она, походу, это, женщина с низкой социальной ответственностью, прикинь. А, ну да. Детка, от меня так все клиенты разбегутся. По-любому. Ты же сказала, бабки не проблема. Ты чё, сука? А, и, наверное, долго было, понял. Ну все, сука, сейчас день закончится, число сменится. Ничего не изменится. О! Йоу! Йоу, Валерша! Что там, звук? Валерьянка, что ты? Звук появился? Да, конечно. Все. Ну я так понял, это был последний. А не, Марабунта. А, она сказала, что она придет, да, но на следующий день, по-моему. Она придет к тебе домой, она сказала. Она Марабунта. А ты вот тут ночуешь или домой ходишь? Он с такими вопросами в зубы не хочет пойти? Сын у него. Нижняя плата и основная плата. Нижняя плата. Основная плата. Какая плата? Основная плата. А до этого какая была? Основная. А-а-а. Все спросил, ладно. Да? Ну ладно. Что, прохладно, ты что? Так, давай завершаем день. Ты, я так и не понял, что там с тем глэком, который на, это, в мусорке нас нашли. А я так, ну, понимаю, конечно, подумали, ты не понял. Они, походу, подумали, что мы чисто именно глэки, и все, и на этом наши полномочия, все. Что, я думаю, на этом полномочия наши тоже все. Так что да. Прощайся давай очередной раз. Так что, ребята, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. И кого не нажат колокольчик, жмем на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видосы, которые выходят каждый день в 12 часов дня. Всем пока. Всем пока.